Доброе утро всем. У меня сегодня такой вот маленький обзор по кистедержателя. Я показывала, как я их одевала, когда кисточки были маленькие. Ну, вот очень хочется мне показать, как они себя, ну, в принципе, ведут после того, как начали расти помидоры. Мне, в принципе, очень понравилось. Уже сейчас помидоры крупные, и пришлось бы уже сейчас ходить по всем кустам, завязывать, подвязывать. Почему? Потому что они бы уже однозначно начали ломать кисти. Вот смотрите, уже какая кисть завязалась. Тут вот крупных уже 5 помидор. Ну, понятное дело, что вот кисточка уже давным-давно она сломалась. Или уже надо было бы ее давно подвязывать, держать. Я вот одевала эти кистедержатели тогда, когда маленькие были, тоненькие кисточки, когда было не травмоопасно, так сказать, для вот самого этого стволика кисти. Я не побоялась, что когда кисть начнет расти, стволик, и вот этот держатель будет мал, что ли, и кисточка там пережмется. Ничего подобного не произошло. Вы посмотрите, очень хорошо он держит. Кисть изогнулась, но поломаться он ей не дает. Давайте еще посмотрим. Вот еще одна кисть. Видите, кисть уже большая, тяжелая. Уже понятное дело, что вот она бы уже, ну, явно сломала. Посмотрите, он изогнулся. Даже прям видно, как он там. Но в то же время не травмировался, не сломался. И, ну, я считаю, что очень даже достойно. Можно показать еще. Вот стволики, где были тоненькие, я везде одела те кистодержатели, которые маленькие казались. И очень они хорошо вот держат кисти. Есть кисти, на которые было вообще, ну, невозможно было одеть вот эти кистодержатели. Они немножечко маловаты по размеру, а кисть, она сразу начинается с каким-то вот с таким вот бугорочком, как бы она расходится сразу вот так вот. Вот видно ее, вот она толстенькая, сразу она с бугорочком. И я не смогла здесь одеть кистедержатели, те, которые вот я сейчас вам показывала. Вот. Ну, а кисть все равно уже сейчас вот растет, она уже вот большая. Смотрите, какая она разбросанная, тяжелая. Сейчас я купила вот такие кистедержатели. И вот смотрите, сейчас я их везде одела. Рекомендуется их за веревочку как бы там цеплять, но я их цепляю за лист. За лист или за пасынок, который был оторван, есть такие вот стволики. Тоже очень хорошо держит. Вот первая кисть, вот вторая кисть, смотрите. Тут вот разбросалась кисть, и я сделала вот два их. Посмотрите, очень достойно. Достойно можно покупать.